Магазинный воришка погорел на сыре и палкой колбасы. Все случилось в супермаркете на улице Коммуны. Мужчина нагло взял с прилавка сыр и спрятал его под куртку. Правда, не знал, что работники торговой точки уже нажали тревожную кнопку и ждали охрану. Воришка спокойно продолжал гулять по торговому залу. Когда его задержали, при досмотре, кроме упаковок сыра на 1000 рублей, у него нашли и палку колбасы. А этот инцидент произошел в Курчатовском районе. Три подростка зашли в торговую точку. По сообщению продавцов, вели себя нахально и шумно. И в какой-то момент один из них украл коробку с турецкими сладостями. Воришек зафиксировала камера наблюдения, и, возможно, теперь их родители привлекут к ответственности.